Я очень рада видеть вас у меня в гостях. Спасибо, что вы заглянули. Начнем. Сегодня у нас очень интересный пирог. У меня осталось тесто фила, и я боюсь, что оно засохнет. Поэтому форма, бумажка. Видите, я ее немного намочила, она тогда хорошо принимает форму. Тесто фила сворачиваем гармошкой и выкладываем в нашу форму. Видите, оно у меня уже ломается, так как оно полежало ночь в холодильнике, не в морозилке. Вот так, красивой гармошкой. У нас получилась такая красивая гармошка. Смазываем растопленным сливочным маслом. Можно сначала смазать, а потом свернуть. Я думаю, так будет даже еще лучше. Я придумываю на ходу. Стараемся промазать. Фрукты можно использовать любые. У меня сегодня будут абрикосы. Очень вкусно груша и сыр, например, дорблю. Абрикосы делим на половинки и выкладываем. Я думаю, как будет красивее. Так. У меня попали что-то неудачные абрикосы. Они... Ой, так плохая. Не разламывается. Приходится разрезать. Наверное, еще немножко не дозрели, поэтому косточка не отходит. Яйца, молоко, сахар. Можно добавить ванильный сахар. И все это хорошо перемешиваем и заливаем наш пирог. Сто восемьдесят градусов, минут 15. Выпекается это тесто очень быстро. Наш великолепный пирог готов. Добавим немного меда. Можно добавить орешки. Вот так. Просто и вкусно. Очень вкусный пирог. Рецепт, как всегда, под видео. Не забывайте подписываться на мой канал.